В образовательной системе городского округа Ахинский находится 16 учреждений, в том числе 6 дошкольных, 9 общеобразовательных и 1 дополнительного образования. На сегодняшний день контингент обучающихся составляет 2885 человек, из них первоклассников 298 и 6, которые будут обучаться в специализированной коррекционной школе номер 4. Воспитанников дошкольных образовательных учреждений 1350. К началу нового учебного года планировалось принять 9 общеобразовательных учреждений. Справедливости ради стоит сказать, что проблема финансирования подготовки образовательных учреждений к новому учебному году всегда была самой острой. Вместе с тем, при поддержке главы муниципального образования Александра Михайловича Шкарбалюка, для ее решения были использованы все возможные ресурсы. В текущем году на подготовку образовательных учреждений из местного бюджета направлено порядка 12 миллионов рублей. На предусмотренные средства были проведены мероприятия, направленные на функционирование систем жизнеобеспечения, устранение предписаний надзорных органов, проведение косметического ремонта помещений. Настоящее состояние зданий поставило задачу, которую невозможно решить путем текущих ремонтов. Более 40 миллионов рублей было предусмотрено на капитальный ремонт внутренних инженерных систем школы номер 1. Общестроительные работы, благоустройство территории, частичный ремонт кровли в коррекционной школе номер 4. В рамках субсидии на капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, более 21 миллиона рублей направлены на проведение работ по замене окон в 4 дошкольных образовательных учреждениях. В настоящее время завершены работы в детских садах номер 10, 5 и 7. Во втором саду ремонт начнется в сентябре. В целях повышения уровня безопасности реализуется программа «Безопасность образовательных учреждений» на 2012-2014 годы. В рамках программных мероприятий по противопожарной безопасности из бюджета городского округа выделено более 1 миллиона рублей. Все запланированные мероприятия проведены, и средства будут освоены в полном объеме. При подготовке образовательных учреждений к новому учебному году вопросам антитеррористической защищенности было уделено особое внимание. В каждом образовательном учреждении разработан паспорт безопасности, имеются кнопки экстренного вызова полиции, в текущем году установлено наружное освещение по периметру зданий, 14 образовательных учреждений имеют видеонаблюдение, в учреждения дополнительного образования проведена замена ограждения. Для подвоза детей из отдаленных сел и города к средней общеобразовательной школе номер 5, специализированной коррекционной номер 4, школе-интернату села Некрасов, имеющиеся школьные автобусы оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами. За счет средств областного бюджета в школы поступит учебно-лабораторное, производственное и компьютерное оборудование, спортивный инвентарь и учебники. Кроме того, и оборудование для медицинского обслуживания учащихся, посуда для школьных столовых, ученическая мебель. Все это позволит качественно изменить учебную и материально-техническую базу образовательного процесса. Управлением образования и образовательными учреждениями выполнен значительный объем мероприятий, позволивший подготовить учреждения к новому учебному году. Все школы приемочной комиссии приняты. Вместе с тем, подготовка к учебному году – это не только создание условий обучения и воспитания, соответствующих пожарным и санитарным требованиям, это и обеспечение самого образовательного процесса. По-прежнему остается актуальным вопрос дефицита кадров. Не хватает учителей русского языка и литературы, английского, математики, истории, химии, биологии, начальных классов и педагогов дошкольного образования. К началу учебного года вакансии планируется закрыть. 1 сентября начинается пора удивительных открытий. В образовательных учреждениях началась подготовка к проведению Дня знаний, в рамках которого пройдут торжественные линейки, тематические уроки, посвященные памятным датам российской культуры. Уважаемые учителя и ученики, Управление образования поздравляет вас с началом нового учебного года. Особая благодарность вам, коллеги, за терпение, за любовь к детям, за верность избранному делу, учащимся высоких достижений в учебе, интересных уроков, крепкой дружбы.